Первый этап ограничений подачи воды начинается сегодня в Крыму. В столице Крыма вводят третий этап ограничений подачи воды. В Крыму вода с каждым днем становится все более дефицитным ресурсом. При этом Крымский полуостров вполне способен обеспечить себя водой для нужд населения. Систематические военные учения, иррациональный подход к использованию, перенаселение Крыма, изменение русел рек, естественных рек. Вот все это ведет к тому, что, конечно же, это может привести к катастрофе. Они, наверное, все считают, что Крым резиновый. Куда эти люди все поместятся в Крыму? Просто куда? Без проведения соответствующих исследований на полуострове регион рискует столкнуться с масштабной экологической катастрофой в будущем. Вся вот эта деятельность, она параллельно используется этой администрацией для, ну, скажем так, расхищения средств, измеряемых, ну, в десятках и сотнях миллионов долларов. То есть вот такой бизнес на засухе. Какое отношение к этому имеет украинская власть, украинское общество, вопрос риторический. Пока еще чистую воду на полуострове добыть можно. Вопрос только в том, насколько ее хватит.